стили разъединяют людей, потому что у каждого есть собственная доктрина. И потом эта доктрина становится Евангелием, который нельзя изменить. Но если у тебя нет стиля, если ты просто говоришь, вот я, простой человек, как мне выразить себя целиком и полностью? Тогда ты не создашь стиля. Потому что стиль — это кристаллизация, то есть процесс постоянного роста. Таиланд – это удивительная страна, со своими традициями, культурой и историей. Таиланд разный, и для каждого он свой. В этом видео речь пойдет о муай-тай. Итак, муай-тай означает «свободный бой». Удары в тайском боксе наносятся кулаками, локтями, ступнями, голенями, коленями. На сегодняшний день муай-тай считается одним из самых совершенных видов единоборств в мире. Его история начинается более 20 веков назад в Таиланде. Он собрал в себе все национальные, религиозные и духовные особенности этой страны. У муай-тай богатая история. Тайский бокс произошел от древнего боевого искусства Таиланда муай-баран. В переводе это значит «поединок свободных». Муай-тай еще называют боем восьмируких, а также боем восьми конечностей. Тайский бокс обрел большую популярность у себя на родине еще в 16 веке. Всемирную славу ему принесли международные поединки в середине 20 века. Тогда тайские бойцы одержали ряд уверенных побед над представителями других боевых искусств. Я еду в один из кемпов в Паттайе, который называется Кади Муай-тай. Я провел там достаточно много времени, и поэтому можно сказать, что это видео и о нем тоже.
Этот кемп мне посоветовала Кобра. За это ей отдельное большое спасибо. Кстати, она тоже занимается муай-тай. На самом деле, Кобра мне посоветовала не кемп, а тренера, Питона. Да, Кобра посоветовала Питону. Это Таиланд. Сейчас парни вернутся с пробежки и начнется тренировка. Ребята разбиваются на пары, работают с тренером или более опытным учеником. Он, по сути, тоже тренер. На этой паре я становлюсь отдельно. Кстати, чуть не забыл про скакалку. После солидной пробежки в несколько километров они прыгают на скакалке около получаса. Все это происходит в невыносимую жару. Как мне сказал Питон, это очень хороший тренер, который работает с молодежью. И у меня нет повода этому не доверять. Посмотрите на Ки. Именно так зовут этого паренька в белых шортах. Ки 14 лет, 4 из которых он тренируется. Я всегда с большим удовольствием смотрю, как они работают. Я ни разу не видел, чтобы Ки ошибся. Возможно, такое бывает, но мне увидеть не довелось. У Ки всегда четкие и выверенные движения. Я увидел его на первых соревнованиях по муай-тай, на которых мне удалось побывать. Тогда я не знал, что он из Илкади, и именно его бой мне понравился больше всего. Каждый боец работает в паре с тренером в среднем 5 раундов по 5 минут. В этом, наверное, и заключается эффективность тренировок в этих кемпах. Это помимо кросса, скакалки и работы на снарядах. Потом у кого спарринги, у кого своеобразная борьба, похожая на боксерскую. Ну и, конечно, ОФП. В кемпах Таиланда тренируется очень много бойцов из Китая. В этом кемпе я бы сказал примерно 50 на 50. Это стадион Типразит. Тут я впервые побывал на соревнованиях по муай-тай. Когда я снимал этот поединок, я понятия не имел, что буду делать это видео. Это то, что я смог извлечь из вертикальной съемки. Расскажу немного о том, что происходит на ринге. Вайкру Рам Муай. Это традиционная молитва и ритуальный танец. Сначала бойцы проходят все углы против часовой стрелки, держась за канат. В ритуале боец выражает уважение к учителю, семье и к сопернику. Танец позволяет настроиться на бой, а также это неплохая разминка. На голове у бойцов манкон. Сначала тренер молится над ним, затем надевает на голову бойца, продолжая читать молитву. Считается, что манкон принесет удачу в бою и убережет от опасностей. Манкон сплетен из 108 нитей. Это сакральное число в буддизме. Манкон снимает с головы бойца тренер. На ринг можно попасть только через верхний канат, иначе боец может проявить неуважение. Традиция связана еще с тем, что боец, проходя под канатом, может задеть и уронить манкон. Это считается к большой неудаче. Под канатами могут проходить только девушки, но манкон в этом случае снимается с головы до того, как она попадет на ринг.
Еще один амулет в муай-тай – это протьят. Это повязки на руки. В отличие от манкона, протьят не снимается перед боем. Тайцы верят, что он убережет от ранений. На самом деле, не всегда на бойцах можно увидеть протьят. Да, я понимаю, для кого-то это не совсем приемлемо. Дети дерутся без экипировки, это опасно. Но тут так принято. Они хранят свои традиции сотнями лет, и менять что-то явно не собираются. Точные попадания сопровождаются такими криками. Это мотивирует бойца и раздражает соперника. Тут Ки уже уверен в своей победе, но тренер напоминает ему, что нужно поднять руки. Все-таки гонг еще не прозвучал. Ну вот и гонг, и победа за Ки. А это стадион Макс Муай Тай. Самая современная площадка в Паттайе. Администрация арены любезно предоставила мне возможность попасть внутрь до начала боев. Перед всеми соревнованиями звучит королевский гимн. И достаточно объемный курс истории муай-тай. Как я и говорил ранее, в Таиланде тренируется и выступает очень много бойцов из Китая. И я бы не сказал, что они уступают парням из Таиланда. В этом бою как раз и встретятся представители двух этих стран. В тайском боксе невероятной силы удары ногами. У бойцов они очень массивные. Понятно, что свою роль еще играет генетик, но тем не менее, я ни разу не видел, чтобы парни в кемпе приседали. Боец получил серьезную травму. Очевидно, что продолжать бой бессмысленно. Победу в этом поединке одержал боец из Китая. Бывают еще такие площадки. Названия их я не знаю. Они находятся на удалении от города. Посещать такие соревнования мне нравится больше. Да, есть плюсы в современных стадионах. Но тут более атмосферно, что ли.
Тайцы приходят целыми семьями с друзьями. Это как большой праздник. Муай-тай не оставляет равнодушным. Здесь женщины болеют и кричат порой не меньше мужчин. В основном на таких соревнованиях дерутся дети. Я спросил у питона, в каком возрасте выступают в муай-тай. Он сказал, что в среднем с 9 лет и до 20. И в самом деле не так часто увидишь бойца старше 20 лет. Конечно же, они есть, но дети и подростки выступают гораздо чаще. Зачастую такие соревнования проходят вблизи храмов. И всегда будет ярмарка. Все поединки проходят под музыку. Я до этого не видел, чтобы играли вживую. Мне очень нравится эта атмосфера. Тут всегда интересно и шумно. Такого больше нигде не увидишь. И по мне, так тайский бокс и муай-тай – это не одно и то же. Муай-тай может быть только здесь, в Таиланде. Скоро выход ки. Его уже начали готовить. Готовят парней на полу. Я впервые увидел на таких соревнованиях помещение. Часто это происходит под открытым небом на бетонных площадках или прямо на земле. Они расстилают циновки и на них занимаются подготовкой. Манкон ни в коем случае не должен попасть на пол. Я видел соперника Ки неоднократно. Это очень опытный и сильный боец. И я не видел, чтобы он проиграл бой. Видимо, он еще не встречался с Ки. Ки не особо эмоциональный парень. Он не по годам серьезен. Но только не тогда, когда он на ринге. Я уже показывал, как дерется Ки, поэтому тут постараюсь показать основное. И еще одна победа в копилку Ки. В этот раз я попал в Max Muay Thai в составе LKD Team. Это дало мне возможность попасть в закулисье. И я смогу показать, как готовят бойцов тут.
В общем-то, все так же, только, конечно, удобнее это делать на столах. После подготовки рук бойцов растирают специальным маслом для муай-тай. Масло греет очень сильно, и приятного в этом мало. Как и в этой процедуре. Из-за трудностей перевода я не уверен, что я все правильно понял, но так они выгоняют остатки еды, а в первую очередь воздух из желудка. Как сказал тренер, это делает бойцов более подвижными, а кор эластичнее. Они всегда так делают перед боем. Вообще, они особое внимание уделяют прессу. Тайцы считают, что вся сила и энергия человека сосредоточена в животе. Когда они рассматривают бойцов, они смотрят не на руки, не на ноги, а на пресс, и по нему оценивают силу спортсмена. Наш боец выходит на ринг. У меня не получилось снять без канатов по ряду причин, но не показать этот поединок я не могу. Парни показали хороший бой. Я заметил, что бойцы из Китая больше работают руками, причем у них это очень даже неплохо получается. И как мне показалось, тренер не всегда этим доволен. Хоть тайцы и спокойные люди, но тренер есть тренер. В этой ситуации, я думаю, тренер говорит о другом. Но я замечал, как тренер делал замечания по этому поводу. В муай-тай основу все-таки составляют удары ногами. На тренировке большая часть отдается как раз этому. Позже я покажу одну из таких тренировок. Бойцы достаточно тяжелые, и они уже очень устали. В муай-тай дерутся 5 раундов по 2 минуты, но для детей порой делают исключения по предварительной договоренности. Этот бой закончился в ничью. How many years I do? First time, I mean, training this 9 years, okay, I fighting not too much, but I think maybe 50, 60. After this mama, no one I fight. I have fighting in the... Питон рассказал, что он не мог много выступать на ринге, так как его мама беспокоилась о нем. В муай-тай это очень важно, выходить на ринг, но это не помешало ему стать хорошим тренером. Я видел много его учеников на ринге, и, как правило, возвращались они оттуда с победой. What mean for you Muay Thai? What mean for I Muay Thai? Muay Thai, I think before no money, no too much before. Yeah, then no help. Hard for the Muay Thai, you cannot training, cannot fighting. Питон сказал, что ты не добьешься успеха ни на тренировках, ни на ринге, если не будешь любить Muay Thai всем сердцем. When you fight last time? When I fight last time, I had to fight in Bangkok, but not Lumpini, not Ratchasima, and near Bangkok. You before have promoter in same. He said it's Samrong. Samrong? Yes. Stadium. Yeah, Samrong Stadium. Samrong. Yeah, near. Before I not stay here, I not.
Сейчас Питону 46 лет, не дерется он уже 25 лет. Но, наверное, это не так и важно. Тут я просто хочу поблагодарить Питона. Он во многом мне помог. Я уверен, что без его помощи у меня ничего бы не получилось. I'm smart. There's no reason. When you not, when you think or you fighting or you I want money too much. Cannot. When you don't have for more time, you cannot. В этот раз я приехал в кемп, чтобы показать парня, которого зовут Ут. На момент съемки ему только исполнилось 26 лет, и больше 10 лет он уже тренируется. Ут очень спокойный, в принципе, как и большинство тайцев, но он какой-то другой. На его лице практически невозможно увидеть эмоции, он молчалив и скромен. Но когда он на ринге, это другой человек. Забегая вперед, скажу, что когда ему показали соперника, а тот оказался намного выше и тяжелее Ута, он просто кивнул головой, развернулся и ушел. Это никак его не смутило. Так вот, недавно Питон пригласил меня на соревнования, в которых Ут будет драться за пояс. Я ни секунды не сомневаясь принял его приглашение. Я давно хотел посмотреть, как он выступает. Для меня муай-тай — это больше про культуру, чем про единоборство. То, что происходит на ринге, невероятно. Я не только про сам бой. Это как какое-то захватывающее представление. Шоу. В хорошем смысле этого слова. И как пел великий Фредди Меркьюри, «Show must go on». Fairy tales of yesterday would grow.
be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses. Consider it a challenge.